Герман Сергеевич, главный тренер сборной УДГУ. Поздравляю вас с победой 4-2. Сначала, в принципе, шли достаточно ровно, потом все-таки смогли вырвать победу. Скажите, как вы оцениваете вашу игру и как вы оцениваете игру команды соперника? Спасибо за победу. Ну, соперник, как говорится, на турнирах таких не бывает слабых соперников. Да, вчера они проиграли крупно. Мы обыграли. И всегда тяжело настраиваться на такую игру после таких, ну, скажем так, нашей победы и поражения соперника. Как не соперник, ну, я скажу, что все команды равны. Нет таких явных аутсайдеров. И, как бы, ну, парни молодцы, проявили характер, что выиграли, как бы, скажем так, дождались соперника до конца. Как вы считаете, был ли в сегодняшнем матче какой-то переломный момент, который сильно перевернул ход игры? Ну, переломный момент, скажем так, как сейчас даже ребята сказали, типа замену мы там сделали, я убрал двух игроков, чтобы дать им отдохнуть, скажем так, плюс они после травм, у них, скажем так, микротравмы, их убрал, и, конечно, у нас скамейка, так скажем так, небольшая, и вот, ну, скажем так, может быть, да, наши замены маленько нас это подвели. Ну, еще раз говорю, за счет характера, за счет, скажем так, более мастеровитых, скажем так, игроков нам удалось сегодня выиграть. Поздравляю еще раз с победой, желаю вам удачи в завтрашней игре.